удачной на днях была охота. Легко нашел я логово волков. Волчицу сразу пристрелил я дробью. Загрыз мой пес двоих ее щенков. Уж хвастался жене своей добычей, как вдалеке раздался волчий бой. Но в этот раз какой-то необычный. Он был пропитан горем и тоской. А утром следующего дня, хоть я и сплю довольно крепко, у дома грохот разбудил меня. Я выбежал, в чем был, за дверку. Картина дикая моим глазам предстала. У дома моего стоял огромный волк. Пес на цепи, и цепь не доставала. Да и, наверное, он бы помочь не смог. А рядом с ним стояла моя дочь, и весело его хвостом играла. Ничем не мог я в этот миг помочь. А что в опасности, она не понимала. Мы встретились с волком глазами. Глава семьи той, сразу понял я. И только прошептал губами: «Не трогай дочь, убил же меня». Глаза мои наполнились слезами. «Папа, что с тобой?» Оставив волчий хвост, тотчас побежала, прижала ее к себе одной рукой. А волк ушел, оставив нас в покое. И не принес вреда ни дочери, ни мне. За причиненные ему мной боли и горе, за смерть его волчицы и детей, он отомстил. Но отомстил без крови. Он показал, что он сильнее людей. Он передал свое мне чувство боли и дал понять, что я убил детей.